Добрый вечер. В эти выходные нас ждет антициклоническая погода. Облачности будет мало, днем солнечно, но прохладно, а по ночам мороз. А теперь подробнее. В ночь на субботу малооблачная погода и без осадков. Ветер от слабого до умеренного северных направлений. При этом температура существенно понизится. В Курземе 0-2 градуса, в Земгала минус 1, минус 3. В Латгале и Видземе до минус 5 градусов, а местами и до минус 7 Днем Ясная солнечная погода, ветер слабый. Максимальная температура воздуха плюс 7 плюс 12 градусов, но на побережье будет прохладнее плюс 3 плюс 6 градусов. В Риге этой ночью при безоблачном небе столбик термометра опустится до минус 2 градусов. Днем в столице будет светить солнце, воздух прогреется до плюс 10. воскресенье в Латвии также малооблачно, ночные температуры плюс 2, минус 3 градуса, днем плюс 5, плюс 11. Медицинский тип погоды в эти выходные второй благоприятный. У меня о погоде все. Увидимся в понедельник. До свидания.